Всем привет! Вы на канале Эрик Антона. И мы продолжаем играть в мой драфт игроков, которых мы выбрали. У нас, к сожалению, прервалась связь. Вылетело, и мы лишь можем сейчас получить награду. То есть то, что нам дано. Давайте посмотрим, что нас ждет. Золотой набор и набор серебряных игроков. Ну, набор серебряных игроков, я думаю, полная шляпа. Сейчас я постепенно выставлю его на трансфер и пока нажму на паузу. Выставляю я всех по минималке, потому что игроки стрёмные. То есть дай бог, чтобы кто-нибудь купил хотя бы вот за 200, так скажем. Так, ну что, серебряные игроки подходят к концу. Выставляем их как можем. И сейчас посмотрим, что у нас в золотых наборах. Будем надеяться, нас там что-то ждет интересное. Возможно, какой-то дорогой игрок, которого мы сможем в дальнейшем продать за большие бабки. Ну, погнали. Давай. И Запата. Ребят, это не Запата, а... пипец. Да, контракт мы, конечно, сохраняем. Так, этого мы выставим на трансферный рынок. Блин, но он стоит 200. То есть за дорого мы его явно не выставим. Ну, давайте за 250. Так, этого мы сохраним в клубе. Все остальное будем продавать, но давайте ради интереса просто вам покажу одного Запату. То есть, ну, на нем можно попробовать наварить косарь. Наверное, максимум. Сейчас будем пробовать. Так, ну что, с последним разобрались. И смотрим. Еще один золотой набор. Жонатас. Жонатас какой-то. Из рубина, блядь, кто это? Ну, это просто кошмар. Контакты все в клуб идут. Ну, это за 200. Это уходит только за 200, по-другому никак. Так, тренировка вратаря. Тоже 200, к сожалению. Так, ну что, последний Юсупов из Зенита. ЦОП. Центральный опорник. Есть и за 450, поэтому за много мы его не продадим, хотя бы за 500 продать. Так, ну все, в принципе, все наборы посмотрели, денег собрали на еще одну игру. У меня уже даже кто-то продался, да, быстро, да, всего на час выставил, уже уже продажи есть. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем выпуске будет обязательно драфт, новый мой драфт, так как деньги у меня есть. Все, всем пока.